Добрый день, мои дорогие друзья, и снова с вами на канале Лариса. На днях я ходила в магазин Кико Милано, купила там помады, карандаш, и снова сегодня не выдержала. Пошла я в магазин, и снова я купила помаду увлажняющую, 3 единицы, но если что, подарю кому-то близким. Также я купила точилку вот такую, потому что другие точилки не подходят. Они маленькие, а здесь на то, что я в прошлый раз покупала карандаш, он толстый, поэтому заточка, точилка другая должна быть. Купила я ее. Купила также тени. Купила карандаш для бровей. И что мне нравится, карандаш для бровей, видите, он расчесывает брови коричневого цвета, 102 номер. И также я купила в Ашане уже вот такую мицеллярную воду, мне посоветовали. Для очистки лица быстро и бережно очищает лицо, глаза и губы. Успокаивает, увлажняет, как раз для увлажнения кожи. И плюс не выдержала вот такие конфеты, но я уж не показываю вам пакет. Купила с лимон в магазине чебоксарские конфеты, очень вкусные. Они тают во рту. Если где-то увидите, покупайте, рекомендую. Конфеты хрустящие с арахисом. Все. Всем доброго вечера, хорошего настроения. Всем пока-пока. До новых встреч.